Василий, а я не желаю. Я даже раньше вылезла из воды. Мне сейчас надо когда-нибудь ходить в магазин. Да Филиппом, вы это управляете бережком моего аккаунта, что ли? Вы управляете бережком, блядь, ебало. Вы воды рова, не отработаете деньги, третий, это не ебать ваш Израиль. Вообще-то понятно, и Кремль тоже. А вместо денег, которые меня отворуют из года в год, это сейчас я сделаю объявление. Живи, я трачу, а сейчас вот я приобрела, блядь, правильную технику, я трачу сразу на скандал. Я закрываю, блядь, флоп-видео в полном объеме. Понятно, хватит не ебошить мозги, ебало. Во всех регионах, блядь, скандалы, блядь, что слишком хорошо и смотримо, и смотрюсь на околоплавание. Блядь, сокращать мне денежки, хотите, блядь, повышать мне тариф, блядь, на карты. Повышать мне тариф на жизнь. Повышать мне тариф на него и сапплай. Еще заявляю, что мне нужно много косметики, чтобы делать здесь дефиле. Вы нахуй пошли, ясно? Я закрою этот стиль в полном объеме. Вот так же мне еще пиздят из сада.